И всем привет, ребят, с вами Стройнгер, сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня у нас наконец-таки выдали новые устройства, и наконец-то мы начинаем цикл записи обзора на новые киберспортивные устройства, которые я лично на Твинс и на Смогу Пульсар ждал очень и очень давно. Ну, а если вы ждали также, то обязательно, конечно же, тоже поддержите данный видос лайком. Ну и не забывайте, конечно же, подписываться на канал. Сегодня мы вместе с вами стартуем с обзора Твинса на Пульсар. Я долго думал, с чем бы его бы сегодня тестануть и рассмотреть. И пришел к такому выводу, что давайте-ка мы попробуем его реализовать на Диктаторе с дроном Гиперион, то есть за счет критов как раз таки посмотрим, как будет работать этот Твинс. Понятное дело, что у него там будет маленький урон под критами, но посмотрим, как он будет вообще сажать на них, насколько большая частота наноса этих критических выстрелов. Ну и самое главное, еще возьмем Твинса Бластер, который нам тоже уже выдали, который придает особый смысл и особый, ну, такой вид, можно сказать, нашему Твинсу. Поэтому отправляемся в бой. Я думаю, сейчас в матчмейкинге будет безумно большое количество всех этих новых устройств на обзоре и на тесте. Ну, а мы потихонечку начнем тоже делать уже свои обзоры и смотреть, как все это дело будет работать и как все это дело будет себя показывать. Из тех устройств, которые я не тестировал на сегодняшний день, это как раз-таки Твинс с Пульсаром. И второе устройство — это Смоки на Пульсар. То есть эти два устройства мы в первую очередь вместе с вами протестируем. Ну а дальше уже будет видно. Шарики у бластера довольно маленькие, но что касаемо расстояния, то я так смотрю, что на неплохое расстояние накидываются. Ну а самое главное нам посмотреть, насколько много будет сейчас критов. Да, то есть криты вообще вылетать будут. Ой-ой-ой, ничего себе. Вот это очки! По ощущениям, интересик. По ощущениям, интересик. А критов-то, походу, с твинца-то бластера нормально залетает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Походу, это очень жесткая тема. Как я и думал, походу, твинс с пульсаром — это просто супер новая мета. Практически первым шариком у меня просто крит залетает. Практически первым шаром залетает. Офигеть, да, ну это очень жестко. Просто ты садишь типа на статус эффект и моментально его сбриваешь. Просто моментально. Тип даже не успевает расходку прожать. Тебе хватает времени, чтобы быстро его забрать. Со мной уже в чате здороваются. Блин, ну это достойно. Это очень достойно. Я думал, что у Твинса будет, знаете, небольшое количество критов вылетать, и он не будет себя круто показывать, но тут просто без шансов. Это просто без шансов. Если ты садишь Твинсом на статус эффект, все. У него нет шансов уехать, просто ноль. Если меня, конечно, на рез мне отправляют. Блин, ну это очень сильно. Это выглядит прям очень сильно. И при том, что, ну, как бы у тебя нет даже возможности сейвиться от этого пульсара, потому что он наносит все статус-эффекты сразу. Блин, ну вот именно такого твинса, если честно, я ждал. Именно такое устройство я ждал на эту пушку, чтобы эта пушка стала старой, доброй, метовой, интересной, актуальной, жесткой и нагибающей. Именно такую я хотел видеть эту твинсину. Ну, она будет очень сильно бесить, да, то есть, может быть, она, конечно, на дистанции не набьет супер большое количество киллов, но то, что она будет бесить нереально жестко, это 100%. Прям вот 100% вам даю, что это будет вот именно тот пульсар, который сможет решать очень много ситуаций на картах по типу там захвата флага какого-нибудь, да, как у нас, например, было с Теслой, да, теперь у нас будет такая возможность с использованием вот этого замечательного твинса. И твинс в этом плане смотрится намного интереснее, чем Тесла, как по мне, да, и на дистанции
Эта пушка прям реально будет интерес. Прям реальный интерес. У нее еще и с дальностью, смотрите, все в порядке. Просто с дальностью с бластера. Какой нанос идет урончика. Ну и тут мы просто под статус эффектики так чисто на прикольчик даем. На прикольчик. Ну так, чисто на взбодрилочку двух молодых. Ну прикол, прикол, прикол. Интерес, интерес. Очень интерес. Да, это очень хорошо, что как бы работает все четко, да. И при этом я не думаю, что это будет, знаете, там, овер имба, и все от этого будут страдать. Я думаю, что, ну, вы как бы не будете от этого страдать, 100%. Но это прям то, что я хотел видеть, да, то есть пушку, которая будет наносить стабильно криты с статус-эффектом, все, со всеми статус-эффектами одновременно, и как раз-таки с тем, что у вас будет возможность... Этим очень неплохо пользоваться против, например, серьезного противника в сильных катках. Но понятное дело, что есть моменты, которые вас могут подсейвить от этого пульсара. И один из подсейвов это как раз-таки вот этот вот замечательный корпус паладин со своим овердрайвом, который при прожималове имеет возможность подсейвиться и не получать дополнительный урон. Но здесь по мне тоже дополнительно летит очень-очень много. Поэтому я даже, если честно, особо сильно не живу. Я даже думаю, что может быть лучше нам попробовать переодеть корпус. Попробовать что-нибудь другое. По типу, может быть, какого-нибудь даже паладина, либо ареса. Да, чтобы... Ну, арес, наверное, лучше одеть. Диктатор, в принципе, так же само же имеет хп, как и паладин. Но когда на статус эффект садится ваш танк, это все. Это габелла. Это просто габелла. Поэтому давайте ареса попробуем. Интересно мне будет посмотреть, как с аресом эта торпеда начнет себя показывать. Ну и попробуем заодно еще каточку выиграть. Так, под оглушение я тут подсел. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Мы под оглушениями вырулить-то можем. У нас-то тоже теперь как бы пушечка-то не слабенькая. Под статус эффектики-то тоже неплохо, можно понакидывать дополнительно урончик. Ну, бодряк, бодряк, я рад, честно, честно, я рад, очень хорошее устройство. Вот именно такого пульсара я хотел видеть, я просто думал о том, что, например, будет такая ситуация, что будет не хватать критов, да, и будет небольшое количество критов вылетать с этого твинца, и он будет, ну, не в мете, да, то есть он будет такой слабенький, слабенький. А сейчас я вот реально вижу, что достаточное количество критов вылетает, и можно прям стабильно, хорошо себя чувствовать на этой пушке. То есть не супер жестко, но и не слабо. То есть вы уже в нормальной, хорошей, средней мете 100% будете играть с этим твинцом. И это меня, конечно же, не может не радовать. То есть вы уже в хорошем балансике сможете разыгрывать свое вооружение. Это очень и очень достойно. Так, меня уносит на респ. Меня уносят на респ, но мы ведем 2-0. Шикарно, шикарно, шикарно. Шикарно. Давайте пробовать быстро газовать вправо. Так, мне бы вот этот вот овердрайв бы. От молодого человека. Овердрайв, овердрайв, рандой, раздай. Хорош, красавчик. Лучший, просто, просто лучший. Просто лучший. Просто под статус эффектики. Подработку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, давай, тушеночку, давай. Оп-оп-оп. А что, овердрайв раздал и не пошло, да? Хорошо, хорошо, хорошо. Не, криты решают прям супер много. Прям супер много. Под этот твинс, блин, ну, мне нравится. Мне нравится. Так, сейчас у нас будет еще скоро овердрайв. Можно будет попробовать его реализовать. И попробовать захватить вот эту вот замечательную точечку. Так, под статус эффектики, отлично. Разыгрываем. Так, этого можно еще... Доцепить, хоп, викинга. Оп, сразу на статус эффектик. Ну, не продлило, к сожалению. Если продлило, было бы вообще шикарно. Так, точку, 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 а вы чего-то вот езжаете, родные. Можно ж было не терять ее. Можно ж было вообще ее не терять. Ну и Гиперион идеально сочетается с твинцом, прям вообще идеально. Это прям супер крутая темка, которая мне лично очень сильно нравится. Так, не понял прикола. Не ожидал я такого поворота событий. Так, мне надо быстро шарик пропустить. Пустить шар, спустить шар. Быстро, 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 быстро. Давай, 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 давай. Наводку, наводку на мост. Блин, нет наводки, ладно. Давайте так. Не успел я, к сожалению.
Чуть-чуть не успел. Ну, там по наводке бы точно бы не полетело. У меня бы просто бы выстрел бы оказался бы. Выстрел оказался бы в мосту, и все, и Габелла была бы. Ну ладно, 2-1, ничего страшного, это в принципе их точка. Ничего плохого в этом нету. Мы сейчас будем контролить центрик и будем контролить лево. Стабильно каточку должны мы здесь забирать. Что у нас вообще по статус-эффектам? По устройствам. Ну, неплохое количество игроков уже использует новое устройство. Будет интересно посмотреть, как вообще себя покажет, например, Гром. Уже в обновленной своей версии, да, именно на основных серверах. Ну, когда у нас уже, знаете, мета немножко начнет меняться, то есть это уже будет немножечко другое. Все-таки я его тестировал тогда, когда еще никто не видел этих устройств. Сейчас будет чуть по-другому вся ситуация у нас обстоять. Все будут играть на новых устройствах. Первое время так точно будет тестировать, рассматривать их. Ну и Твинс прям крутяк, крутяк. Я прям очень рад. Такой Твинс я хотел видеть. Почаще бы выходили бы у нас такие прикольные устройства на пушки, которые, ну, не находятся на сегодняшний момент прям в супер хорошей мете. Да, и тогда эти пушки начинают смотреться прям совсем-совсем по-другому. И все выглядит прям реально шикарно. Реально шикарно. Реально шикарно. Так, я забыл, кстати, на фулл экран сделать. А то многие меня просят, чтобы я на фулл экране записывал видеоролики. Извиняюсь за то, что вот так вот происходит. Все это дело я уже просто привык без фулл экрана. Но буду стараться не забывать про эту тему. Буду стараться переходить в фулл экранчик. Блин, как плохо, что сейчас статус эффект не нанес по Титану. Но благо его, ладно, слили. Точку законтролили. То могло немножечко не сработать. Все так идеально. Ну и сам бластер тоже прикольный, если честно. Прикольный. Можно вот так вот популять. Винтиком так. Нормальная такая темочка. Главное, чтобы аптечки не прожимал противник, когда ты наносишь статус эффекты. Так, сейчас быстро. Ну где? Блин. Крит так долго ждал крита, и как только я улетел на респ, сразу этот крит вылетел. Так, 4 минутки у нас до конца. По очкам нет какой-то прям супер большого количества. В принципе, я, наверное, и не надеялся на какие-то прям супер большие цифры. Здесь именно по ощущениям все. Все видно по ощущениям. То есть против сильного противника этот Твинс будет супер крутой. Я вот в этом уверен на 100%. Он будет себя очень хорошо показывать против хорошего противника. Потому что у вас будет возможность постоянно его контролировать, да. Это вот именно те устройства, которые на контроль шикарные. Просто шикарные устройства под контроль. И такими, конечно, устройствами играть против хорошего оппонента всегда максимально приятно. Так, сейчас, наверное, чтобы противник чуть по точку сыграл. Я бы, может быть, какой-нибудь овердрайвикс прожал бы. Под одного не хочу. Под одного не серьезно. Одного мы и так можем разобрать и точку под сейв дать, да, то есть, ну, грубо, лучше сейчас аккуратненько уже на овердрайве разыграть всю эту ситуацию, чтобы уже эту каточку стабильно выиграть. Так, ну, а под статус эффектик тут хорошо, урончик не поднерфился, все шикарно, вообще бомба залетает только в путь, только накидывает этот урончик по противничку. Так, паладинчик у нас пытается здесь через лево разыграть. А ну-ка, подставимся, родной, не? Конечно, лучше всего еще играть на этом твинсе на каких-нибудь небольших картах, да? По типу там какой-нибудь сандала, песочницы. Даже тот же, наверное, перекресток будет хорошо подходить. То есть, чем меньше карта, тем лучше у вас будет реализация вашего вооружения. Титана нет, купола? Титана купола нет? А, нет, есть. Он его не прожал. Че он его не прожал? Надо было, чтобы он куполочек прожал. Я бы тогда бы сразу бы овердрайвик врубил бы у него. У них 2 минуты остается. И при этом ребята проигрывают. И они овердрайвы не ужимают, да? То есть если мы сейчас четвертую точку заберем, то это 100% наша победа. Поэтому Титан, по идее, должен раздаваться. Он не может уже раздаться. Он уже просто не может раздаться. Ну а мы на накидочке плотной. Ладно, наш тиммейт там еще подсейвил дополнительно.
дополнительно подсейвил, а я вот успею ли подсейвить? Не, не успею, не успею. Точка уже улетает. Наш тиммейт чуть не успел подлететь об титанчик, куполочек поставил. Но сейчас мы попробуем на пробивалово. Не, не будем пробовать на пробивалово. Сразу добавляю Шареллу. Опачки. А вот это я, конечно, не ожидал, если честно. Этот моментик я не ожидал, но наш Хантер разыгрывает тоже великолепно. Тоже Хантер разыгрывает, красавчик. Просто четко было разыграно от него. Блин, дополнительный купол, а вот это уже не очень хорошо. Шарелла добавляется. Ладно, нормально. Контролим, контролим. Надо чуть-чуть подконтролить эту точечку. Не отдавать сейчас преимущество противнику. Это все будет шикарно. Ну и твинсы должны работать. Давай, давай, статус эффектик. Хорошо, хорошо. Посадили, посадили, добавили. Хорошо, есть контактик. Добавляем. Вот под куполом тоже даже можно работу делать хорошую. Если у противника нет иммунитета от пробития. Тогда работа просто залетает великолепная. Контролинг позиционочки тоже срабатывает. И мы спокойненько, спокойненько все это дело можем разыграть. Вот именно таких обновлений, если честно, я ждал. Именно их мне не хватало в последнее время, знаете, вот каких-то новых устройств, новых вооружений. Потому что все начинает уже потихонечку приедаться, да. И в такие моменты хочется вот реально чего-то нового. И когда выходит вот такая вот обновка с устройствами из танкофонда, это вот прям реально то, что ты ждал долгий период времени. Вот, ну, именно у меня такая вот, например, позиция по этой всей ситуации. Так, ну мы можем еще точку потерять. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Придержать, 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 придержать! Блин, ё-моё, сейчас на 3-3. Ой, ужас, ой, ужас, на 3-3. Ну ладно, ничего страшного. Ничего страшного, бывают и такие ситуации. В общем и целом, что я могу сказать по Твинсу? Супер крутой Твинс. Я думаю, что на сегодняшний момент времени это лучшее устройство, которое есть на эту пушку. Оно будет себя точно очень круто показывать в рамках матчмейкинга. Ну и чем сильнее противник, тем лучше реализация этого устройства. 100%, я в этом уверен. Пишите, что вы думаете по поводу этого твинса. Согласны вы с моей точки зрения или нет? Пишите, поиграли вы на нем или нет. Тоже там, как бы, как он с вашей точки зрения себя показал. Обязательно поддерживайте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и, конечно же, не забывайте про мой личный тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунтике. Мой личный тег — это тег TeamP. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Вся информация по розыгрышу есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.